Так, ну всем привет, с вами Соло Вольф, а точнее Супруг, как по названию. Сегодня я вам буду показывать свои моды. Первый из персонажей, вот, вы видите их. Ну и пока есть, я просто быстренько промотал, чтобы вы видели, может, кругом посмотреть. Первый это у нас Хьюман, вы его уже видели, он недавно возвращался, скоро сделаю новую часть, может, практически бедитуэльтов сделаю, даже пару серий, наберу пару просмотров там. Вот такой вот Хьюман, даже зайдет. Кактус наш всем любимый. Вы его любите. Он крутой. У нас есть мистер Фигура. Он собираем обычного мяна, но импостурки длиннее. Это прикольно. Дальше идет амбуш вот такой вот. Большой, если честно, вот такой вот. Он похож на... Так перевернуть и убрать лишнее, то будет похоже на то, что я думаю себя в голове, но я вам не скажу. Дальше идет глаза. Они в роли уничтожителей. Кстати, ту я машину, которая сама едет, убрал уже, потому что она там не нужна вообще ни капельки. Дальше у нас идет Rush, вот такой вот, например, давайте поставим. Кого? Хьюмана его ноги типа раздавит. Вот так вот. Вы видели, он просто найти размочил вот так вот. Rush у нас мощный, он все может. Ну, короче, оставай кетчуп только после него. Мы за него уберем, потому что он не умеет. Дальше зайдет Скрич, вонючий Скрич. Вот он, вот такой вот. Глаз Сектыра. Вот такой вот на себе новый приклеить будет замечательно. Дальше зайдет Джек Воробей, которому уже 500 тысяч лет. Вот как он выглядит. А вы думали, как он выглядит? Он просто видит Джека из Дорса. Потому что он уже постарел, уже ему было 70 лет, и он помер, но он прочился в него. Ну, я просто... Это может быть неправда, я не знаю. Дальше на Сектыр, который называется Сирис. Ну, это же Сектыр, вы же видите. Его глаз. Так, дальше идет Биг Банана Пенсил. А точнее, банан. Дальше идет буква Z. Вот какая она большая. Вот, он сказал, F есть, но это просто... Какая-то черная кучка. Вот, далеко смотрите, вот. Вот так вот смотреть, прям... Если так смотреть, то ничего и не кривой. Вот. Дальше мы что берем? У нас есть. Вот сейчас карту поменяем. Извините. Обязательно такую, чтобы не лагало так сильно. Ну или да не влияет, потому что мимо миллион модов закачано. Так, дальше. Здесь Roblox гостья. Вот такая вот. Прикольная. Квадратная, она не буквально нарисована. Она должна быть нарисована Roblox, но... Только Ро. А там есть еще рука-то? А походу у нее одна рука, что ли? А нет. Ксы. Понятно. Это еще вот старый гость, вот такой вот. Прикольный вот такой вот в кепке. Это такая вот девочка. Вот такая вот прикольная. Девчонка, которую вывезли. Смотрит свои колени, наверное. Может, какая она красивая. Вот бекончик. Прикольный такой, мне он нравится. Беконы прикольные в Роблоксе, но это самый первый скин, когда если ты ставишь себе в аккаунте пол мужской. И это еще Роблокс гость вот такой вот. Тем более у него есть без... Ту... У него тут почти все бесплатное. Так, дальше вы видели. Вот еще такая от Роблокс гостья, вот такая вот обычная. Роблокс девочка, беконик. Бекон. Вот такая вот прикольная. Она даже интернет тут моргает, это прикольная. Дальше нубик, который сильно квадратный, даже гость будет не такой квадратный. Вот такой вот он квадратный. Может быть, почитать свой затылок лысый. Ладно. И вот такой вот еще Бобуксмен. Мэн, как он там написано. И у нас есть разные варианты эмоций для пипа. Вот. Первый есть этот век, которому скучно. Типа такой, когда же ведь новое видео с Убойфа? Я так долго жду. Имеет право. Тот, который ноет, когда типа, ну когда уже Супер выпустит новое видео, ну я же надоел, не пускай уже пару дней. И довольно типа такой, ура, Супер уже новое видео, наконец-то посмотрите, ставьте лайк, кстати, его тоже поставьте. Он, кстати, правда, сказал Пипу, никогда не обманывает, которого нет немножко настроения. Супер не упускает видео, да он надоел уже, отпишусь от него, наверное. Я сейчас как домой, иди отсюда. Вот так вот, а то есть ты. Ну, не отписывайся. Мой канал самый лучший, наверное. Так, еще такой, который злой. Когда особо выпустить, я уже надоела.
Пусть он идет тогда нафиг. Пристал. Пристал просто. Так, я поставлю себе наушники в ухе, а то у меня они не стояли. Даже здесь напуганы, которые... А, у собой не вышло новое видео, как он посмел? Еще наши шокированные, которые не так же напуганы. А, офигеть, мне были... Ну, вы поняли. Вы бачите, которого ждет все мои видео. Ну, так и выглядит. Ура, наконец-то тобой выпустил новое видео, ебой. Ну, блядь, что-то разговаривает. Итак, всем привет, с вами Пипа. Сегодня расскажу, что вы в говно. Ишь, ты чуть не сказал. Ну, не то, что он хочет сказать. Игрушник, да? Не упал Олега. У меня такое же лицо. Но я просто не играю. Уж что его запретили, блядь, в России. Надо сесть. Вок травы, вот такой крутой. Который... Субы говно, субы говно. Эй, лети отсюда. Ишь, ты совсем фигел. Субы говно, субы говно. О-о-о! Улетает отсюда. А теперь пошел аниме-пак, но я не смотрю аниме. Я особенно бензопилу. Так, обычная бензопила есть вот такой вот у нас. Вот. Так, дальше что у нас есть? Вот, да подожди, что-то я не туда. Так, и дальше здесь вот такой вот, без футболки. О, вижу, у него пресс есть, но не 16 кубиков, к сожалению. Ничего страшного. Дальше есть Аки, Ган, Дебил Фром. Так и написано там, у него там пушка такая, которая не стреляет. Бензопила, которая... Много кетчупа. Ой. Так, дальше. Ну, видели, да. Такой вот. Дальше совсем обычный. Который же от этого вообще ничего не отличается. Видите, ничего не отличается. Класс. Зачем тебе два одинаковых? Не знаю. Дальше он классический, когда не бензопила. Катана Мэн. Вот такой вот классный. Берем эту Камилу, который кое-что большое, но вы заметили, наверное. Вот прям 100% заметили. Вот прям-то я так думаю. Так, дальше идет Почината. Я не знаю, как это переводится. Ну и Повер это пожена бензопилы, вот такая вот. Она прикольная. Или нет, или знакомая, я не знаю. Летит отсюда. Наш идет алфавит вор. A, B, C, D, E, F, G, H. Который, кстати, да... Будь довольным, вот такие вот, да. I, J, K, L, M, N, O. P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y и там Z вначале. Банальные персонажи есть. Первый то этот Bullet. Он прикольный так-то. Так, вот такой вот он крутой, короче, вот. Он классный, но я не пользуюсь. И дальше у нас есть странная девушка, смотрите. У него вот только вот волосы обрываются, тем более видели. Ну, видели, что у него волосы кривые, так вот. Смотрите. Видите, вот. У него волосы порвались почему-то, не знаю зачем. И дальше тут обычные... Вот такой вот ножичек, тут больше ничего. Пушки. Все вам показывать не буду, просто вот, детально посмотрю, вы можете посмотреть их все. Я должен за него вещь. Дальше у нас предметы. Это у нас туалет, колесо велосипеда, верхняя часть велосипеда и... Ну вы поняли, Биг Банана Пенсил. Такой вот игрушечный ножик, который вообще главное летит отсюда. Сказал, летит отсюда. Дальше, пистолетик Дига вот такой вот прикольный, который улетает только что так. Керамбит такой вот, который тоже улетает. И ножичек М9. И якорь. Вот, якорь еще есть у меня. Вот. Дальше у меня есть. Если не человек, тумбочка, лестница и шкаф. Нету.
Разовый. Нет, я же сказал. Ладно. Даже здесь из писажей даже из камеры, из аббатур, тьфу, из Скибидидоп вселенной. Вот это у нас первый этаж, гигантский камерамен большой. Коричневый туалет такой вот есть, вот. У нас есть паразит Биг Камермен, на который заразили паразиты. И паразит Спикермен. Вот паразит Спикермен такой прикольный. Вот такой вот прикольный. Даже здесь Титан Спикермен, который очень большой. Вот. Такой гигантский, от него лагает прям капец. И он еще тоже встать не может, он куда-то показывает, наверное, нет, на лайк, который вы, наверное, видели, наверное, ну или нет. Дальше. Кстати, после этих двух, может, пойдут свои, видите там что-то. Так, это у нас вот такой вот ученый. Камерамен вот такой вот, который сделал пушку, чтобы паразитов убирать из зараженных. И еще Спикермен ремейк вот такой прикольный с галстуком. Даже остальные вот эти вот делал я. Первый у нас паразит. Он у нас мелкий такой. Говнюк. Вот такой вот прикольный. У него маленькая челюсть есть. Нас сойдет Скибиди контроллер. Это ученый туалет, у которого есть свой мелкий скибидист. Борзит. Дальше здесь спикер, спайдер спикер. Ну, это у нас колонка, короче, вот такая вот. Такая вот колонка прикольная есть, которая... Я делал ночью, вчерашним днём. Или когда ты где-то гружу. Вот, короче, она прикольная вот такая вот. Дальше у нас берется спайдер миниган, который стреляет. Посмотрите, она стреляет. Вот, вы видели, она стреляет. У нас еще большой туалет. Кстати, сравните с обычным, вот. Видите разницу. Теперь здесь Мега Биг Энгри Туалет. Смотрите. Он сам бегает. Ну, вы видите, он быстро бегает, и он может видеть кого угодно на своем пути. Давайте проверим, это на нубике, что ли? Может, он нубик. Нубик логичный. Потому что его легче всего победить, вроде бы. Так, уже победил, кстати, нубика. Давай, победи его до конца. Он его откинул, хорошо так. Давай быстрее, у тебя все равно пару минут, давай. Он типа Джимена. Не лечи мне на мозги, отойди от меня. Я сегодня злая, мне тут и так... Я за палец покусаю. Так, вот, короче, он победил. Да сейчас идем, сейчас при вас Джимена. Прям такого, ух, прям. Он будет больше этого Angry Mega Toilet. А еще я вам покажу Snowman Toilet, вот он. Такой вот просто снеговик, если честно. Просто снеговик и все. Теперь просто сейчас при вас буду делать Джимена. Который будет гораздо больше вот этого туалета. Он будет гораздо больше. Давай. Что ты хочешь? Болтик, у тебя не брелла, да? Да. Да. Ты тягали. А, тягали, да? Наконец-то ресайз можно сделать. Делаем ресайз и делаем его. Во, вот такой большой будет. Нифига себе. Больше джименов. Это гигантского. Нифига он скочит. Не, надо же его поменьше. Немножко побольше сделаем его. Не таким большим, чтобы он... Ну. Ресайз, сделаем его чуть побольше. Как-то... Вот так вот, давай. Ладно, без Джимена обойдемся. Короче, вот такое видео. Всем пока. Пока. Бум-бум, тыч-тыч-пам.